Все для победы. Телемарафон, посвященный масштабному сбору ко Дню защитника Отечества, прошел на площадке телекомпании РГВК «Дагестан». Он организован совместно с региональным отделением Народного фронта. По QR-коду желающие телезрители могли оказать посильную помощь, отправив денежные средства для поддержки бойцов, которые сейчас находятся на передовой. А в ходе прямого эфира в студии представители общественных организаций, добровольческих движений, военкоры делились опытом оказания помощи военнослужащим. Также в рамках марафона передали ключи от машины военнослужащему 1-го армейского корпуса 8-й армии Южного военного округа. Ну, я тоже, как ветеран афганских событий, не решил место в стороне, подарил свой автомобиль «Нива» повышенной проходимости. О том, что знаем, какая польза от этой машины будет. Обычно вот машины повышенной проходимости в любом случае на передовой, там где бездорожье, это самая необходимая техника для наших ребят. 2 года тому назад нашим бойцам шить теплую одежду. И в последнее время 2 раза сама я тоже была передовой нашим ребятам. Я сама поехала с этим гуманитарной помощью. Даже нашим ребятам окопы, это я делала, им приготовила хинкал, обрадовали их. Таким эмоциями остались наши довольные ребята.